приветствую всех дорогих моих подписчиков и гостей канала. Сегодня хочу предложить вам тыквенный суп. Тыква – королева осени. Это очень полезный овощ, простите. И вот я сегодня сделала такой диетический суп. Он очень подойдет всем людям, которые держат фигуру в первую очередь. И вообще это очень полезный суп. Даже детям, просто детям не бросайте определенные специи. Это перец жучий, он черный, то есть, ну, солите по вкусу. Итак, приступим к приготовлению. Расскажу о пользе в конце ролика. Для приготовления тыквенного супа, полезного и очень вкусного, мне понадобится 400 грамм тыквы, 1 морковь, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, 300 миллилитров воды, но я вам потом скажу за воду. 100 миллилитров сливок надо 10%, ну у меня молочко. Оливковое масло, паприка пол чайной ложечки, мускатный орех на треть ложечки чайной, чуть-чуть перца молотого и соли на кончике ложечки чайной. Сейчас я порежу на маленькие кубики морковь и тыкву и в кастрюлю. Я порезала кубиком тыкву и морковь в кастрюлю. Сейчас мелко порежу лук и чеснок. Вот видите, ой, какая-то у меня мушечка здесь. Вот видите, как лук? Я оставляю всегда хвостик. Для чего? Когда вы режете лук мелко, то лук не распадается. Очень удобно. Вот я буквально столовую ложечку оливкового масла налила в сковородку. И сейчас... Очень большой огонь я сделала. И сейчас нужно обжарить немножко, слегка припассеровать лук и чесночок туда кидаю. Когда немножко сейчас, буквально минута, пара минут, припассеруется лук, я сюда заброшу все специи, кроме соли. Потому что специи раскрываются на сковороде, когда такой большой огонь, очень хорошо. И потом я все это сюда высыплю, к тыкве и моркови, и залью водой 300 миллилитров. Я взяла 300, вы можете бульоном, если не хотите водой. Но я для себя делаю очень диетический такой суп, очень полезный. И потом будет оно кипеть. Воды нужно налить или бульона столько, чтобы чуть-чуть покрыло тыкву с морковью. Все вот так вот немножко. И сейчас я вот высыпаю специи все. Соль пока не насыпаю, соль буду в конце сыпать. Вот так вот. Сейчас чуть-чуть аромат. Ой, очень хорошо пахнет. Вот так. Все, буквально немножко. Все, буквально сейчас 1 минутка и высыпаю сюда. Смотрите, видите, я налила 300 миллилитров воды, но чуть-чуть не покрыто. То есть я добавлю еще, ну, миллилитров 100 водички, чтобы немножечко покрыть. Это будет суп, вот где-то 100 миллилитров я налила. Все, этого достаточно. И сейчас я это буду варить минут от 15 до 25 минут, смотря у кого какая тыква, насколько она нежная или плотная. И тогда я ножичком проверю, вот так, если тыква готова, значит, следующий этап я вам покажу. Вот так бурлит мой супчик. Тыква уже готова. Я сейчас снимаю с плиты, пробью блендером и потом ставлю обратно и вливаю туда молоко. Вы влейте сливки. 100 грамм. Я перебила блендером суп-пюре. И сейчас добавляю. Ну, я сначала добавлю 50 грамм. Нет, вливаю 100. Пусть он, может, будет чуть редковатый. Все, перемешиваю. И даю буквально 1 минутку покипеть. И суп готов. Вкусно пахнет. Очень полезный. Вот так, 1 минутку покипит. Выключайте. И супчик готов. Посолила я в процессе варки, когда он кипел, я имею в виду, я в этот момент посолила соли и перчики по своему вкусу. Все, сейчас минутку, вот уже закипел, покипит и выключаю. Вот такой суп у нас получился у меня, то есть и у вас получится. Приготовьте. Вы можете добавить картофель, кто хочет. Я совсем аж диетически сделала для себя. Сейчас я попробую его.
насколько он вкусный получился. Я люблю, кстати, я вам уже говорила, я все люблю. И люблю суп-пюре в том числе. Очень вкусный. Какая же это вкуснота. Это супер. Молодые мамочки, приготовьте даже детям. Это ну просто фантастика. Это настолько вкусно. Прелесть. Сейчас я вам немножко расскажу, я подготовила о пользе тыквы. Мякоть тыквы, в мякоть тыквы входят огромное количество веществ, необходимых для нашего организма, которые нормализуют функцию нашего организма. И в первую очередь туда входит клетчатка. Вы знаете, очень полезна клетчатка нашему организму. Белки, азотистые вещества, каротин, естественно. Но каротин, видите, чтобы усваивался хорошо каротин, нужно добавлять обязательно жиры. Ну, то есть какое-то масло. Вот я добавила, в частности, оливковое. Вы можете обычное растительное или сливочное добавить. Еще тыква содержит глюкозу, фруктозу и витамины группы В, А, С, Д, Е и ПП, и микроэлементы. Она помогает выводить шлаки, токсины, бороться с отеками и обладает мочегонным и слабительным действием. Она очень малокалорийна, тыква. И подходит всем людям, кто придерживается диеты. Она ускоряет метаболизм, и при частом употреблении она нормализует обмен веществ. Вот такие чудесные полезные свойства у тыквы. Я в следующий раз приготовлю салат очень вкусный и тоже полезный, тоже с тыквы. Так как уже осень, вы понимаете, что это королева осени тыквы, это ну, очень полезный овощ. Поэтому я приготовлю салат в следующем ролике, и может через ролик. Заходите на мой канал, следите, ставьте колокольчик, чтобы видеть, когда выходят видео. Мне будет очень приятно, пишите комментарии свои. Я благодарю всех, кто подписывается на мой канал, мне очень радостно. Вот так вот, сегодня вот такой полезный суп. Конечно, не все, может, досмотрят до конца видео, но все же, кто досмотрит, пожалуйста, заходите на канал, еще очень много роликов там интересных, смотрите прошлые ролики. Еще буду делать ролик о пользе тыквенных семечек. Это для, в первую очередь касается молодых мужчин, парней и мужчин и среднего возраста, и старшего, скажем так. Не буду говорить, старость это нехорошее слово, скажем так. Ну все, я вам желаю всем здоровья, счастья, благополучия, мира в душе и вообще мира на нашей планете. Пусть все у вас будет хорошо. Всего хорошего. До свидания. Благодарю, что были со мной. Пока-пока.